«Школа добрососедства» – это уникальный проект, который рассказывает школьникам о разнообразии культур и религий нашей многонациональной страны, а также учит толерантности, дружбе и сотрудничеству. В зале химкинские школьники. Среди спикеров – представители четырех религий – иудаизма, ислама, христианства и буддизма. В музейно-выставочном комплексе «Артишок» провели встречу Московского областного форума «Школа добрососедства». Вместе с приглашенными гостями обсудили важные вопросы вероисповедания и взаимного уважения. Во-первых, это очень важный вопрос. Это вопрос спасения, будущего спасения. Это к этому нужно относиться как вот, к своему здоровью. Да? Если человек заболел, он хочет обратиться к знающему врачу. Организатор мероприятия – Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области. Лидеры духовных религиозных организаций приглашают к диалогу молодое поколение. Мне кажется, важно для нашей Родины, в принципе, в целом, потому чтобы мы учились общаться, понимать, задавать вопросы друг другу, чтобы мы знали какие-то нюансы друг о друге. Молодежь сейчас обладает очень пытливым умом, и такие мероприятия много, как сказать, ответов дают. В нашей стране действительно ситуация такая, что есть огромное количество абсолютно разных людей. Здесь прозвучало, что больше 190 народов. И, само собой разумеется, эти люди исповедуют абсолютно разные религиозные убеждения. Наверное, важно, чтобы ребятки в этом возрасте формировали какое-то свое представление о том, что мир столь многообразен. Школьники после окончания дискуссии поделились своими впечатлениями. Для многих тема религии мало знакома, но представляет большой интерес. Я не могу представить, что в какой-то вообще другой стране мира вот так могут сидеть четыре представителя совершенно абсолютно разных религий и спокойно обсуждать, разговаривать, вообще не пытаясь что-то кому-то навязать. Наоборот, только вот с чистыми мыслями, какими-то светлыми и безумно приятной энергетикой. Больше всего было интересно послушать именно про буддизм, потому что его меньше всего, нам, например, рассказывают меньше всего, и было очень интересно послушать. Форум проходит уже 7-й год подряд. Такие встречи проводят в разных городах Подмосковья. Это возможность живого, открытого диалога с представителями разных религий. Шанс узнать о мире и людях больше, а значит, стать ближе друг к другу. Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.